Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. Историю знаменитых друзей козла Тимура и тигра Амура из приморского сафари-парка теперь можно будет увидеть в жанре театральной постановки в Хабаровском краевом театре. Мюзикл под названием «Как подружились Тимур и Амур» станет эксклюзивным представлением. По задумке композитора он будет включать в себя разные направления – от рэпа и маршей до самбы и колыбельной. А что приготовила для нас крымская погода 11 апреля, предлагаю прямо сейчас и узнать. На западном берегу ясно, дождь будет идти только ночью. В Черноморском температура воздуха днем плюс 15, ночью 10 градусов тепла. В Евпатории и Саках ясно, осадков не предвидится, днем 13 градусов тепла, ночью плюс 11. В Севастополе малооблачно, синоптики прогнозируют дождь, температура воздуха днем составит 17 градусов тепла, ночью 12 градусов с отметкой плюс. В Бахчисарае солнце изредка будет показываться из-за облаков, небольшой дождь, днем плюс 20, ночью 12 градусов тепла. На южном берегу преимущественно ясно. Дождя не будет. Температурные показатели в Ялте и Алуште днем плюс 17, ночью плюс 13. В Феодосии и Судаке солнце порадует своим присутствием. Осадки маловероятны. Днем плюс 15, ночью плюс 11. В Керчи день пройдет без осадков. Небо будет чистым. Днем 16 градусов тепла, ночью плюс 11. В северной части Крыма облачно с небольшими прояснениями. Пройдут дожди. В Джанкое и Красноперекопске днем плюс 20, ночью плюс 11. Возможны грозы. Переменная облачность в Армянске. Дождь. Днем плюс 18, ночью 11 градусов тепла. В центральной части Крыма и Симферополе преимущественно ясно. Возможен небольшой дождь. Днем 19 градусов тепла, ночью около 12 градусов с отметкой плюс. Такой погода будет на полуострове 11 апреля. Пусть начало новой рабочей недели будет успешным и удачным. Оставайтесь с нашим телеканалом.